Небофест Кемерово. Фестиваль Небофест 2023. Поле, самолет летает, виражи делает, музыку уже слыхать. Впереди сцена. Народ собирается. Ну да, подтягиваются. Небольшая там такая площадка, да? Пошел. Очень много развлечений. И шахматы, и игры, теннис, с мячом какие-то игры. Дроны летают. Итак, сейчас после жарких раундов.
летают, да? Ну, видимо. Спортивные это полет дронов на скорость. Ой, да правда, это можно не должен маршрутить. Эй! Луч не падает, ребята. Тихо! Не было ни одного участка солнца, но мы видели, что он Thank you.
вниз, на котором мы сейчас проверим действительно, насколько соревновательная погода. Ветер у земли сегодня слабый, буквально 2 метра в секунду, но на высотах ветер меняется. И парашютисту нужно грамотно построить свой прыжок, чтобы приземлиться в центр мишени. Теперь напомню, что у спортсмена Белова всего лишь 300 прыжков. Его парашют... 301. Да, 301 прыжков. 301 прыжок. Его парашют в цветах флага России. Мы можем смотреть, у нас есть трансляция на экране. У нас есть в небе. Слушайте, идет в район москвича. Москвич. Ну да, сегодня все хотят получить москвич. Слушайте, никогда не думал, что я бы... Ох, как он кружится красиво! Серьезно? Ой, как круто! От универмага вниз к Октябрьскому спускаешься, и там красавец ты. Я в пятый учился, сейчас еще одного высадить. Все такие, Женя, школьник, а профессионалы? А студенты колледжа Олимпийского резерва в Смотрите, вышел следующий подключение на Яры, он сейчас находится на кругу, будет там, отсюда не видно, говорит, какое отношение показал спортсмен. Итак, приземление, смотрите, есть, друзья, давайте поддержим, чтобы нас отсюда услышал. Попал. Создали восходящие потоки, тут же убежали, есть окошко голубого неба. Да, вот это теплое, доброе дыхание нашего неба, тесто. Именно. Так, внимание, Ярослав Тырышкин, давайте буквально 30 секунд тишины. Есть, приземление состоялось, ждем результат. Результат Ярослава 5 сантиметров. 5 сантиметров, отлично. Хороший шанс у оппонента. Ну и следующий спортсмен, Максим Шнуров. 2000 прыжков, 19 лет, студент Стокгольмского горного технического колледжа. Неоднократный чемпион России. Ну, есть приземление. 2 сантиметра. 2 сантиметра. И Максим Шнуров выходит в полуфинал. Уважаемые друзья, я бы хотел передать микрофон для приветственного слова. Приветственное слово, ну и, наверное, рассказ о нашем небофесте. Я бы хотел передать президенту Федерации парашютного спорта России, человека, который привез чемпионат мира в 2021 году в Кузбасс по парашютному спорту, Барабаш Андрей Алексеевич. Раз. Приветствую вас, Кемеров. Красавцы, да? Как вам? Здорово? Дорогие друзья, ну, так уж сложилось, что наш небофест становится историческим. Причем не мы его создатели. Наши отцы еще в 70-х, 80-х проводили на этом поле авиационные праздники. Тем самым показывая населению, на что может наша авиация, на что может наш парашютный спорт, авиационный спорт. Знаете кому? Первое место! Трищ Алексей! Уникальность ситуации заключается в том, что у него 350 прыжков, он кандидат в мастера спорта, занимается прыжками всего один год. Студент колледжа Олимпийского резерва города Ленинск-Кузнецкий, чемпион России по ски-кроссу. Алексею вручается кубок губернатора Кузбасса. Алексею вручаются ключи от автомобиля «Москвич-3». Прошу проследовать для группового фотографирования уважаемых дорогих гостей. Ура! Не смолкай!
мы аплодисменты по поводу призеров и победителей, обладателей кубков и невозможных титулов. Ее добыли в шахте горняки. Рабочую мелодию Донбасса, мелодия звучит сердцами вам. Мелодия наш мультфильм и хроним землю. Народы свой талант и свой талант земле открыли. Спасибо большое. Вали Небофест. Хочет сказать вам спасибо за то, что пришли. Низкий поклон. Вы самые лучшие. Похлопайте сами себе. Огромное количество людей. Концертная программа продолжит Егор Шип. Концертную программу продолжит Линда. Концертную программу закончит Найк Борзов. И сейчас я передаю эти микрофоны замечательным ведущим, которые весь вечер были с нами. Алексей Чистаков и Стас Белов. Где же ты, друг? Спасибо! Ты посмотри, что в руке у меня. Я, во-первых, вот так вот поднимусь. Впервые над тобой на сегодня. А, стой. Это просто... Подожди. Вот так, это просто классно. Если Артур Степанян, дадим ему? Да, ну, если... Ребят, стойте, подними руки. Есть Артуры, Артуры. Они все Артуры. Все Артуры. Они все Артур. А есть кто-нибудь, кто Степанян? Слушай, конечно. Стой, я как будто приехал в Ереван. Ну, так и есть. Классно, что вот это море из людей, из фанатов, классного фестиваля музыки здесь разлилось. Важно, друзья, сейчас будет выступать один очень популярный артист, который дожидается своего появления, но еще больше дожидается его вот эти первые ряды. О, такая, о, смотри, мальчик, он закачивается. Друзья, и что-то...